Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Сегодня я хочу рассказать о презентации Apple Event, которая состоялась сегодня 13 числа, и что нам представили, какие новые устройства, какие характеристики и цены. Первым нам представили HomePod Mini, затем представили 5G 200 мегабайт в секунду, 5G Ultra, но опять же наших стран это не касается, новенький iPhone 12 в 5 цветах, дисплей у нас Smart Retina HDR, то есть защитное стекло у нас керамический щит, более прочное стекла. Интернет у нас относится к Smart Data Mode, когда нужно будет с 4G или LTE переключаться в 5G. Опять же говорится о процессоре A14 Bionic, то есть все это намного быстрее, 5-нанометровый процессор, 10-ядерный. Опять же скорость в играх подтверждается, HDR3. 4 камеры, MagSafe также представили, это магнитные кейсы, которые будут и для зарядок удобных, для различных аксессуаров, так и для домашнего использования под различные вам нужды. Быстрая зарядка до 15 Вт. И сразу же за ним представили iPhone 12 mini с теми же самыми показателями, только что немножко меньше, 5,4 дюйма в отличие от 6,1 дюймов, тот же самый дисплей, те же самые характеристики камеры, 12-мегапиксельные, немного улучшенные за счет процессора, за счет подгона технологий и так далее. Никаких здесь нововведений особо нет. Ну а конечно же 12 Pro и 12 Pro Max у нас по характеристикам немного отличаются, потому что они, само о себе название говорит, это Pro версия Pro Max, но с теми же самыми добавлениями, то что было, 5G, кейс и также все остальное, то что касается предыдущих перечисленных моментов. Но теперь улучшение камеры, видео, фотосъемки, то есть обработка, это все намного быстрее работает, все те датчики, измерения, там HDR, фотофиксация, то есть автофокус, намного быстрее, 10-битное видео, и так далее, и так далее. Очень классно. То есть Apple Pro RAW, Deep Fusion намного идеальнее, быстрее фотографирует, чем это было на предыдущих версиях. И улучшенная камера, как сами видите и понимаете. У нас ценники уже немного изменились на старые устройства, на новые сами видите. И в целом я был прав по данным, те, которые я предоставлял раньше. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, прожимайте колокольчик, ставьте пальцы вверх. Для меня это очень важно. Оставляйте ваше мнение в комментариях. Всем пока!